находимся на строительной площадке второй очереди жилого комплекса «Павелецкая Сити». Сейчас Александр Винокуров подробно нам расскажет об изменениях за прошедший месяц. Александр? Здравствуйте, друзья! За последний месяц у нас прогресс следующий. Мы залили две фундаментные плиты. Вот это наши самые высокие корпусы, номер 7 и номер 8, которые стоят на свайном основании. Сейчас продолжается монтаж конструкций подземной части. Помимо этого идут работы на корпусе номер 9. Там сейчас монтируются конструкции 8 этажа. Параллельно с этим работаем в направлении корпуса 6. Сейчас МАЭК обещает нам отдать котельную под снос. Это произойдет ближе к концу декабря. Соответственно, в начале января, после праздников, мы приступим к сносу. И я надеюсь, что в течение 2 месяцев мы трубу устраним, демонтируем и приступим к земным работам в районе корпуса 6, чтобы 4 корпуса были у нас уже в работе. Александр, что у нас произошло на первую очередь за этот месяц? Может быть, мы что-то уже можем показать нашим дорогим покупателям, нашим жителям? Да, мы обсудили вторую очередь, где у нас пока по графику работы идут, чему мы очень рады. Сейчас мы пойдем на первую очередь, я вам покажу несколько моментов, которые стоит обратить внимание, которые у нас уже свершились. Анна, мы сейчас пришли в 4-й корпус. Мы находимся в данный момент на 3-м этаже. Я бы еще добавил сюда корпус номер 5, потому что эти у нас передовые корпусы, они как бы идут вместе. Что мы выполнили в этих корпусах за последнее время? Выполнили прокладку труб отопления с установкой временных конвекторов для того, чтобы дать тепло и выполнять дальше отделочные работы. Выполнили сети электрики и, соответственно, приступили к заливке стяжки. Параллельно с этим выполняется или уже на некоторых этажах выполнены работы по штукатурке. Сейчас заканчиваем мокап, 2 квартиры Marbase, и также до конца декабря мы еще выполним работы по отделке одного из лифтовых холлов и одного из типовых коридоров. Прокладка идет сетей водоснабжения, прокладка идет фреонопроводов для кондиционеров, системы вентиляции, разводка по квартире. И также мы заканчиваем выбирать отделочный материал, согласовываясь с дизайнерами, для мопов, лифтовых холлов. Ко всему хотел бы добавить, что у нас с опережением идут фасадные работы. У нас немецкая плитка Штройер уже прибыла на 4 корпуса из 5. На 1-й корпус ждем плитку. Подсистема утепления фасадов активно идет. Пошли ко 2-му корпусу, корпусу Фрэнк. Александр, что происходит сейчас там? Во 2-м корпусе у нас проводятся фасадные работы. Также идет монтаж разводки по квартирной, как я говорил ранее, электрики, отопления. У нас задача в срок до конца года смонтировать там временное отопление, установить временные конвекторы и приступить к отделочным работам. В принципе, часть работ мы уже выполняли еще с лета, пока позволяла погода. Сейчас закрываем контур, ну, в планах где-то по 20 этаж закрыть и выполнять отделочные работы уже в корпусе номер 2. Такие же работы проводятся в корпусе номер 3. Немножко отстает корпус номер 1, ну, как у нас последний по монолиту, соответственно, он отстает. Как я уже говорил ранее, ждем мы там плитку, сети, стояки монтируем. И в начале января мы планируем сделать там тоже тепловой контур и приступить там к отделочным работам. На этом, пожалуй, все. Рад был всех приветствовать, рассказать. До новых встреч. Спасибо, Анна. Спасибо. До свидания. До свидания.
Жилой комплекс Павелецкой Сити показывает опережающие темпы строительства. Так, например, монолитные работы, в первую очередь строительства, были завершены с опережением графика более чем на 3 месяца. А во второй очереди уже идут монолитные работы по корпусу 9. Ингрид. Павелецкая Сити располагается в современном развивающемся Даниловском районе. Места для учебы, творчества, развлечения, прогулок, фитнес-центры, кино, магазины, кафе, рестораны – всего в нескольких шагах от комплекса. Прекрасная транспортная доступность, близость к Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу всегда позволит вам оставаться мобильным. В жилом комплексе Павелецкой Сити спроектированы индивидуальные кладовые на территории комплекса. Благодаря дополнительному пространству вам не придется отводить жилые метры для велосипедов, самокатов или летней резины. Лишние вещи не нарушат гармонию интерьера вашей квартиры, сохраняя пространство для жизни.